пятой серии третьего сезона сериала «Скорая помощь» Кулыгин пытается разобраться с врачами, которые поставили Ире неправильный диагноз, но сам попадает в неприятности. На помощь неожиданно приходит Гром, помощник Камчатки. Ломагину сообщает, что Лера за ним следила. Ушаков по протекции Таня идет на собеседование, а Арефьева отправляет Пашу осмотреть бывшего мужа, но его молодая подруга не пускает врача в квартиру. Костя решает везти Иру в Москву на машине Грома. У девушки почечная недостаточность. Ни самолет, ни поезд она не перенесет. Неправильно истолковав поведение Кости, Ира в него влюбляется. Рая, позвонив Косте и услышав голос Иры, тоже неправильно понимает Костю. Теперь она уверена, что Костя ей изменяет. Коллеги видят, что Лера роется в сумке Ломагина. Ломагин, узнав, что Витя хочет уволиться, называет его предателем. Во время ночного вызова на Арашу нападают наркоманы и сильно избивают. Посмотреть очередную серию вы сможете 4 ноября.